Waking up dead inside of my head, we'll never, never do. There is no med, no medicine to take. I've had a chance to be insane asylum from the falling rain. I've had a chance to break. Прищаемся! Any other day and I might play a funeral march for Barney Bray. Why try and run away? Что делает погода с ландшафтом? Вот он такой лапас. Это задняя часть лапаса.
Трехдневная поездка по югу Боливии и северу Чили далась мне с большим трудом. Вдобавок к страданиям от горной болезни, а высота на протяжении почти всего маршрута держалась в районе 4,5-5 километров, я еще и чем-то очень сильно отравился. Поэтому пока мои попутчики по этой поездке бодро скакали по окрестным скалам и фотографировались, я мог только кое-как выползать из машины, ложиться под соседним кустом и тихо умирать. Не радовали меня ни лагуны с фламинго, ни гейзеры с вулканами, ни сумасшедшие красоты пейзажи вокруг. А красоты там действительно уникальные, смотрите сами. Затем еще денек я поездил по Чили, там тоже есть своя лунная долина. И после этого поехал обратно в Перу. Там, в Арекипе, меня уже ждали Василиса с Машей, Миша и Настя. Продолжение следует.